Отлично. Всем привет. Парапланы. Гудаури. Во время старта будем двигаться вперед. Ага. Скажу Сире, ноги вверх поднимай и сиди. До этого момента просто бежать. Да. Так, точно. Быстро бежать или как? Ну, по возможности, как можешь. Ага. По максимуму только. Да. Поверни больше камеру на ребят. Да, вот так. Давай, 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 выходи. Ну. Завязка. Завязка. Хорошо, давай вперед. Дима, у тебя же ливанты привязаны. Вот ливанты подвязаны. Ага. Да, они побежали, да? Не-не. Ух ты. Че, пару шагов побежали. Оп-оп-оп-оп-оп. Мне хорошо, ждем. Ветер ждем. Ага. О, они ушли. Стоп. Ветра нету, правильно. Жди, 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 ветра нету, я ветер нужен, подождите. Будет или как? Сейчас, идем. Ну, я так под углом попробую. Есть? Побежали. У-ху! Камеру я держу? У-ху! Охренеть! Хорошо? Нормально все. Молодец, с днём рождения. Да, спасибо. Это, блин, я этот день рождения запомню. Вон, ребята, сейчас мы будем за ними идти. Да? Да. Да, 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 да.
китайская фирма, в эту дикую местность построила в каньоне гидроэлектростанцию, чтобы снабжать первый канал, который она же построила, частная фирма. Начался конфликт с Россией, естественно,